зря самым популярным блюдом бурятской кухни считаются бузы. Ешь-ешь, и все мало. Интересно, а существует ли настолько большая буза, чтобы одной можно было наесться? А вот и она. Оказывается, здесь целая скульптурная композиция, символизирующая бурятские бузы и тибетские момо. Правда, есть их нельзя. А вот полюбоваться вкусным изваянием и даже сфотографироваться с ним может каждый желающий. Совершенно точно, это самые большие бузы в мире. Выполнены они на заказ из монолитного белого мрамора. Идея установить съедобный памятник пришла руководству Датсана Ринпочи Бакша. Потому сама композиция имеет буддийское значение. Скульптура находится на цветке лотоса. Лотос, он символизирует собой чистоту. И защипа, которую вы упомянули, 33 защипы. Есть такая история, связанная с жизнедеятельностью Будды, когда Будда, после того, как достиг просветления, в одно время он отсутствовал на земле. В это время он находился в чистой земле 33 божеств. Как гласит табличка на скульптуре, момо и буза символизируют достаток и процветание, потому люди вовсю кладут туда монетки. Так это же вообще прекрасно. Такое вот здесь вон табличка висит, единственный в мире же написано. Да. Но немножко не так, форма же немножко не так. Угу. То ли поза, то ли лотос. И вот такой символ, и то, и другое. Очень интересное решение. К слову, Бурятия не единственный регион, где установлена скульптура национальному блюду. Так, в Казани можно увидеть традиционные татарские пирожки эчпочмак, а в подмосковных Луховицах находится памятник огурцу. Наша буза пока еще находится в процессе доработки, но уже по праву считается одной из самых необычных. Ксения Шабаева, Андрей Дармаев, Новости дня.